Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Человек-труженик, человек-созидатель – вот главный герой 1 мая. Несмотря на различия во взглядах, политических настроениях, в отношении жизни, мы все равно одна страна, и наша задача – созидать ее доброй и процветающей, так же, как и наш край. Желаю вам в эти весенние праздничные дни мира, добра и согласия в ваших семьях и коллективах. С праздником! Поздравляю жителей и гостей города Северодвинска с 1 мая, с 9 мая, соответственно, из города Санкт-Петербург. Будьте здоровы! Поздравляю всех с наступившим 1 мая, с наступающим 9 мая, ветеранов города, любви, здоровья крепкого всем, и что в празднике хорошо провели. Ну, конечно, всем северодвинцам, землякам счастья, удачи, всего самого хорошего, успехов в труде и достойной зарплаты. Поздравляем город Северодвинск с наступившим праздником 1 мая. Желаем жителям города крепкого здоровья, счастья и успехов в труде. Всех горожан поздравляем с 1 мая. Всем счастья, добра и любви. Праздником, ну, желаем ему большого успеха в развитии. Ну и все. А ветеранов? Ну и ветеранов войны, которые, ну, участвовали в войне. Спасибо им большое.